А кушать хочется, да, ужасно. Так, ребята, всем привет. Сегодня мы будем смотреть в камеру, потому что мы сегодня снимаем на заднюю камеру. В принципе, ты вот какая... трясешь камеру, ты же понимаешь это сам? Там есть стабилизатор. Дай бог, он хорошо работает. Мы сегодня в заведении Кофе Бум. В Достык Плазе. Ой, какая Достык Плаза, это же форум. Ну, похоже на Достык Плазу. Очень, очень классный свет сегодня, я надеюсь, вы это оцените. Ну чё, чё ну, хочешь чё? Сказать? Да не знаю, ничего, все отлично. В общем, что мы? Да что говорить, еды нету. Еда будет, потом будем болтать. Так, ребята. Оп, поправилась. Мы... Анеля у нас умеет быстро поправляться. Такая у нее суперспособность. Такая, оп, поправилась. Ребята, нам принесли салат. Салат... очень своеобразный. Очень своеобразный, да, я специально его взял, потому что он своеобразный. Вот. У него в составе курица терияки, кунжут, твой любимый, обожаемый, родненький. А мне нравится салат, кстати, мне тоже. Как тебе? Да. Что такое-то? Короче, это какой-то секрет. Какой-то как чак-чак. Чак-чак, да. Да. Угу. Чак-чак-чак. Они использовали чак-чак. Там еще написано, что соевый соус в нем. Но тут есть какая-то явно заправка еще, смотри. Видишь? Понятно. Бежевая. Какая-то майонезная, что ли? Вкусный салатик. Реально вкусный. А вот это вот курица терияки. Она прям такое. Я просил азиатский салат. Ну, такой более азиатский, что-то хотелось такое. Ну, знаете, я бы не сказал, что здесь прям это такой азиатский прям салат. Нет. Но он очень необычный. У меня пришел суп чечевичный. Ну что, приступаем к тому, чтобы попробовать. Пахнут томаты очень вкусно, кстати. Да, томатами. Томаты. Нет, не помидоры, ребята. Выглядит очень вкусно. Хорошо. Еще побольше базилика бы туда, мне кажется, было бы идеально. Да. Диана, есть ложка для этих дел. Ну зачем у тебя руки грязные же? Сливочный такой супчик. Выглядит красивым. Выглядит красивым, да. Хороший суп. Очень, очень такой нежный, кремовый, кремовый прям. Прям они его так хорошо сделали. Я люблю вообще крем-супы. Грибные, чечевичные. Привасанными я тоже любишь, да? Обожаю. Очень классный салат. Анеля практически размочила салат. Прям очень вкусный-вкусный. Можно обедать чистый, мне кажется, будет классно. Вот на обед. В нем есть все. И мясо, блюдо, да. И тесто, вот это вот чак-чак. Чак-чак, ну это же чак-чак, блин. Чак-чак, ребят. Мы раскрыли секрет. Нас не обманешь, не проведешь. А вот и блюда пришли. Ура, ура, ура. Знаете, самый вкусный, самый жирный. Вкусная, она не пересушенная, то есть она прям вот такая классная. Как надо, да? И красивый рисунок такой. Да, очень красивый. Гриль рисунок. А мои медальоны выглядят очень такими сочными прям. Вот с этим соусом. Я 1000 лет не ел медальоны. 1000 лет. Они как пахнут, как классно. Да, пахнут мясом. Надеюсь, вам было видно. Кстати, вот медальончики посоветовал официант. Он долго меня мурыжил, точнее я его долго мурыжил, мучил. Говорю, ну чё можно поесть, чё можно поесть? Он такой, ну что, может быть рыбки, говорит. Или мясо хотите, может курочки. Не знаю. В итоге получилось так, что медальоны предложил. Красиво выглядело блюдо в меню, и оно еще более красиво выглядит вживую. Живой вообще огонь. Это очень нетипичное блюдо для меня. То есть я такое не заказываю. Никогда я в жизни такой не заказывал, вот скажу так даже. Почему? Не знаю. Представляешь, без понятия почему. Но, исходя из сегодняшнего нашего обеда с тобой, походу буду. И теперь иногда. Я не заказывала медальоны, потому что они сухие для меня. Вот эти с соусом идут.
А что у тебя там, овощи гриль, да, на гарнир идут? Да. И вот этот вот тоже какой-то салатик. Я овощи гриль отдельно заказала себе, салатик идет уже как бы... Это же поджарка. Да. Вкусная. Это идеальная поджарка. Лук, морковка, перец. Идеальная поджарка. Мы такое любим, но мы любим прям измельчать внутри до талого. Да, и да, жарим, да, да. А вкус прям вот как дома. Мне всем нравится вот такой вкус, чистый ее вкус. Угу. Без лимона. Ну, не чистый, а с травами. Травы для меня идеальны. Соус классный. Засоленные медальоны, они вообще такие крутые становятся, пипец. Я все наелась. Баклажан. Ой, какой вкусный. Овощи гриль вкусные. Они классные, можешь выпить. Я попробую сейчас чуть-чуть твой медальончик. Что-то у меня от баклажана язык жжет. Всегда же так? Это из-за того, что баклажаны сами по себе такие ядреные, да? Угу. Вот что клево, тоже хочу отметить, это внимательность официантов к каким-то мелочам. То есть нам официант сразу сказал, семга, стейк будет с косточками. Угу. То есть, типа, ну, чтобы мы уже были в курсе, либо нам вообще не надо подавать такого, либо что. Ну, то есть это клево, такие вот мелочи. Они как раз отличают, да, разные уровни ресторана. Ну, мне бы больше понравился он, если по нашему рецепту, да. Если что, пишите, расскажем. Ребята, спасибо, что посмотрели сегодняшний обзор. Теперь мы уже 100% будем выходить вот именно в таком формате. Поддерживайте нас всячески, лайки, комментарии, сохранения, репосты, все что угодно для того, чтобы наш канал, наша страница продвигалась и нас видело все больше и больше количество людей. Ну что, всем пока. Пока-пока.